пор мучаетесь и не определились, кто вы, математик или гуманитарий, то социология – это специальность для вас. В современном мире социология – наука актуальная, а социологи – не просто назойливые существа, которые пристают на улицах к людям с анкетами и вопросами. Они своего рода социальные инженеры. Им под силу объединить знания многих наук и доступным языком объяснить такую сложную систему, как человеческое общество. Социолог – ненужная специальность, потому что общество меняется слишком быстро. Нужно успевать отслеживать те изменения, которые происходят в обществе. Накапливаются социальные проблемы. А вот как их решать, как находить нужные способы управления этими отношениями, это как раз знает социолог лучше всего. В ЧГУ кафедра социологии работает с 2002 года. За это время ее выпускниками стали 102 специалиста, а сейчас там обучаются еще 108 будущих акул социологии. И почти все они приняли участие в праздновании дня своей будущей профессии. На день рождения принято приглашать гостей, а студенты кафедры сами пошли в школы города, чтобы в игровой форме рассказать ребятам о своей науке. В школе номер 17 для членов кружка по обществознанию провели краткую экскурсию в историю науки и кафедры. После такой презентации появились и первые потенциальные абитуриенты. Не определилась, но склонна к социологии. Мне нравится работать с людьми, общаться. Нравится, в принципе, эта наука. На кафедре социологии не просто учатся, одновременно там приобретают и практические знания, а параллельно участвуют во всевозможных конкурсах, мероприятиях и научно-практических конференциях. Социально ориентированная профессия обязывает к активным действиям. Когда вот поступала, вообще никак толком не знала, что я занимаюсь социологией. На самом деле сразу с первого же курса начинаются исследования, уже реальные, как бы профессиональные исследования. Ты в них участвуешь, получаешь огромный опыт общения с людьми, начинаешь приобщаться вот к социологической культуре сразу же. Сами будущие социологи о выборе не жалеют, ведь к моменту выпуска у каждого молодого специалиста оказывается не только большой практический опыт, но и понимание, что профессия социолога – это очень нужная работа.